Федерал налог службен Мариэлсе пилкаже, калык дека лишкарак лияшшона, сандене шагал огол тюрла вашлимашам, аля почмо омса кечемаштат. Теве мутлан квартала никана публично манма слушани миртарат. Те мероприятие налогом тюлому шоту, что йодыш вакам рашемдамашта кугу полушамашта. Мутомашеш, талайчонич тушта бизнесен йол имбака пенгадан шогалмажа, вьянмажа нергенад мутланенат. А теве черетан вашлимашта икманяр йодышам ланджеленат лачи иктаже электрон ресурс шамачан пашам аштамашт. Тинг шоту, что налог.ру сайт нерген. Тачса кечен федерал налог службан лаштак, что же кутлу утла сервис пашамашта. Каждый же налогом тилыша вакан илыштам саим намашка шке надержан пашта. Мутлан лично кабинет портала магналаш. Тачса кечен то, что шида нелла тюжем мутла ен регистрация мертен тейдаже республика, что илыша чумар калык гач кола процент леш. Имея компьютер или гаджет с подключением интернета, они из любой точки мира фактически могут в режиме онлайн следить за своими налоговыми обязательствами. Имеется возможность следить за задолженностью, уплатить эту задолженность прямо на сайте. Кроме того, реализована возможность в личном кабинете заполнить и, подписав электронной цифровой подписью, направить в налоговый орган декларацию по форме 3 НДФЛ и потом в режиме онлайн отслеживать ход проведения камеральной налоговой проверки. Кроме того, можно обратиться с любым обращением, жалобой или с разъяснением законодательства в налоговый орган, и это обращение будет рассмотрено в сокращенные сроки. Подключиться к личному кумулету достаточно просто. Самый удобный способ, взяв паспорт, прийти в ближайший налоговый орган или многофункциональный центр и получить логин и пароль. Поэтому мы призываем всех жителей республики, кто еще не подключился к этому сервису, сделать это в ближайшее время, потому что это удобно, быстро, комфортно и, главное, менее затратно во взаимодействии с налоговыми органами. Телеч посна коктежен кола икамше и икамше январь гич налогом тиломашка вашталташам пуртат. Таге амалкалчи юридические али физические лица влак единый налог на вмененный доход система почеш тиломам чарнат. Налоговые службы что палемда тида ен то штеман. Санне на весь система что пашамашташ икманяр почаш енан рак леш. Тида мадакат налог.ру сайта что жукташ дачала паша радамам шкет тытка что кучаш леш. Режим налогообложения единый налог на вмененный доход отменяется. И нужно бы выбрать для этих плательщиков один из ныне действующих. То есть для того, чтобы определиться с тем, какой из них выбрать, существует вот этот сервис. Он позволяет, занеся в этот сервис свои определенные цифры из показателей деятельности, определиться, какой из них будет выгоден. То есть в каком режиме меньше всего налогов заплатит предприниматель. Федерал налог службы что уже штарат кумамша апрель марте марелшта илыша енглак декларации компании Кашкарышта, коктежам атиндешамша иса парышам пингадемдыша чылак илышан документам поген, 3 НДФЛ справкам затлыша шулат. Нунын коклашта амалкал чывак, тыгак пачерам ужалыша сдатлыша кугу оксам сенен налша шамыч да молат улыт.